Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим борщ вегетарианский с красной чечевицей и грибами. Расчет мы будем делать на 2 литра воды. Для этого нам понадобится луковичка, морковка, вот, 3 картофелины, свеколка, перец болгарский по желанию. И вот зелень нам 2 столовые ложки, 2 зубчика чеснока и капустки. 1/2 небольшого вилка, прям маленького такого. 200 грамм грибов шампиньонов и, конечно, красная чечевица 1/2 стакана. Также нам понадобится 1 столовая ложка, вот у меня яблочный уксус, 1-2 столовых ложки томатной пасты, масло подсолнечное, соль и перец молотый. Ну вот и все, поехали. Морковку вот на такие полосочки. Вот посмотрите, тоненькие. Можно, конечно, через терку пропустить ее. Свеклу мы тоже вот так вот режем на такие вот тоненькие полосочки. Капусту шинкуем. Перец болгарский тоже на такие же полосочки порезала. И вот лук репчатый. Режу на кусочки, на мелкие. Грибы вот на такие пластиночки режем. Небольшие тоже, чтобы прожарились. 1/2 стакана красной чечевицы я помыла в нескольких водах. Вот видите, наверное, 5 раз мыла, чтобы вода была чистая. Но теперь она готова к применению. Режем кубиками небольшими. Выливаем в кастрюлю 2 литра воды и доводим до кипения. И вот закладываем нашу красную чечевицу. Пусть она варится минут 10-15. В нагретую сковороду выкладываем кусочки лука и тушим до прозрачности. Выкладываем грибы и тушим вместе с луком где-то минут 5-7. Добавляем в наш бульон чечевицы капустку и варим. Добавляем картофель, порезанный кубиками, и содержимое сковороды вместе с грибами и луком. Вот. Высыпаем морковь и пассируем до мягкости. Берем свеклу. Вот. И столовую ложку яблочного уксуса. Вот, чтобы цвет у нас не поменяла свекла. И пассируем. Ставим красный перец. И вот добавляю еще томатную пасту 1 столовую ложку. И все перемешиваю. Вставляем наши овощи из сковороды. И еще минуточек 7 варим. Режем зелень мелко-мелко. И чесночок тоже мелко. В заварке добавляем соль. Не полную столовую ложку. И перец вот сельдерей. 3 минуты до приготовления кладем зелень и чесночок. Вот и наш борщ готов. Приготовился наш борщ. Приятного аппетита. Закрываем мы его крышкой и даем еще настояться минут 10.